Началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит розыгрыш ключа на вот такую вот прекрасную игру. Ребят, шансов очень много, залетайте, участвуйте. Также подписывайтесь на группу сразу, вот условия все. Подписывайтесь на группу, поскольку мы здесь и ключи будем разыгрывать, и конкурсы CSGO будем разыгрывать. Поэтому 100% подписывайтесь, не пропускайте эту возможность, не упустите свой шанс выиграть реально топовые игры, топовые скины. Всем удачи и приятного просмотра. У меня просто есть такая тема, типа, всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами, как всегда, я, задрот сотого левела. И сегодня я сделаю обзорчик на чипсы, опять же, да. Чипсы у нас КДшные, картофельные чипсы, с солью, мужики, да, с солью чипсики. Мазик у меня тоже присутствует на столе. Собственно, Собственно, с КДшными чипсами сегодня будем травиться. Хотел давно очень попробовать КДшные чипсы. Сегодня их точно опробуем и попробуем. Как они на вкус вообще? Вкусные или нет? В общем-то, поехали. Открываю эти чипсы. По запаху обычные чипсы. Обычные. Вот реально обычные. Знаете? Вот они. Пробую их. Как Прингл, кстати, выглядит. Сто грамм они еще весят. Но я скажу то, что что-то похоже с Лейс, знаете. Что-то похожее с Лейс есть у них. С Мазиком надо попробовать. Не раз пробовал. И чё надо? Да вроде неплохо. Они выглядят как дорогие Принглсы. Вот такие, да? Такой, ну, типа круглые. Вот так они выглядят. Блин, ну они такие неплохие. Знаете, они вкусненькие. В них как будто тесто какое-то больше. Слой теста. Как будто они потолще, знаете? Ну, типа, они неплохие. Я думал, будет хуже. Знаете? Я реально думал, хуже будет. Ну, в принципе, неплохо. Не знаю, что вреднее будет. Вот такие чипсы КДшные. Потому что уж КД, типа, это... Ну, как сказать... Дерьмовая фирма, да? Они там максимально дешевые эти материалы используют в приготовлении. А вот это не знаю. Что вреднее, какие-нибудь Лейс, там, дорогие чипсы или дешевые. Точняк. Дорого против дешево. Да. Я придумал, что я сделаю. В общем, у меня еще один вкус таких чипсов есть. Поэтому не переключайтесь. Будет еще видос по чипсам. Я, короче, забыл включить микрофон. И записывал, короче, обзор без микрофона. В общем... Вот чипсы, сметана и лук, если что. Да. Ну так пальцы выглядит, если что. Так. Я просто уже открыл. В общем, чипсы выглядят вот так. Вкус это у нас сметана и лук. Пахнут они точно так же. Вкус у них точно такой же, как у Лейса какого-нибудь, я не знаю. Но они прям вот, прям один в один. Прям не отличишь их, знаете?
Ну, не отличить их, понимаете? И дешево стоит, и пачка здоровая. Так это же намного выгоднее, чем Лейс покупать. Лейс просто за бренд берут. А эти чипсы обычные просто еще. 100 грамм вон. 36 рублей. Надо с мазиком попробовать. Пойдет. С мазиком они тоже приятные, в принципе. Приятные кушать. В общем-то. Угу. Неплохие. Вкусные. В принципе, я ставлю пятерку и тому вкусу, и этому. Хоть с мазиком, хоть без. Одно все равно. Вкусный очень. В общем-то, смысла, походу, в переплате, что Лейс, что КДшные чипсы, вообще никакой разницы нету. Одно и то же, в принципе, абсолютно нет никакой разницы. Я вам это гарантирую, мужики. Может быть, вред, да, только вред. Может быть, Лейс менее вредны, потому что в них может и более качественный материал использовать. Но это я не знаю, это очень сложно узнать, понимаете? Это надо прям сидеть, мониторить там, идти проверять. Так, как и из чего делаются вообще чипсы? Ну вот так. Получается. Если не брать тот факт, что... Ну, отличие материалов. Возможно, что-то вреднее, что-то нет. Если не учитывать этот фактор, то смысла не имеет вообще. Можно намного меньше денег тратить и точно так же вкусно кушать, смотря при этом какой-то любимый фильм и так далее. В общем, вот такое вот у нас сравнение. Точнее, не сравнение, а обзор, сравнение. Ну, мини-сравнение такое, знаете, от меня, от эксперта чипсов, так сказать. В общем, чипсы прикольные, мне нравятся. Я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех обнял, приподнял, ребята. Залетайте на стримы по... разным играм, участвуйте в конкурсе, в группе ВКонтакте, там не то конкурс, там и раздача скинов. Всем пока, всех обнял, приподнял, давайте, люблю вас всех. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.